Ну как тебе? Куда едешь? Кататься? Давай быстрей. Быстро, быстро. Сейчас как поедешь опять вниз. Иди сюда. Ну, в другом месте пойдем. Здесь лучше. Здесь ты жух, как далеко уехала. Пока поднимешься, прогуляешься. Да? Давай быстрее наверх. Ты кататься хочешь еще? Хорошо, пойдем наверх. Чай будешь делать? Печеньку свою покажи. А, класс. Печенюшка с любовью. Нет еще. Чай превращается. Во что? В чай. Чай превращается в как чай. Как такое вообще возможно, да? В связи с закрытием кафе все выпечка 150 рублей. А, закрывается уже, да? Еще не успели открыться, уже закрывается. Да вот это вот все мы заплатили 350 рублей. О, нифига. С орешком. А внутри? Не знаю, ты мне скажи. Ну как? Размазал по всему столу. С чем? Мусор выкинуть можно. Мусор колонка. Ага. Ну с чем? Сам попробуй. С каким-то медовым привкусом. С медовым привкусом? Угу. Вкусно? Да, очень. Так бери, ешь. У нее вон на себе пряник взяла. Ты это не будешь? Вот это? Нет? Чего он? Открою. Чего он очень? Он чем-то вкусно уж пахнет и вкусно уж выглядит. А чай когда остынет? Скоро. А? На. Попробуй. Ой, печенюшка сломалась. Ну как? Все уже, да? Угу. Думаю, что идет на что-то делать. А ты довольна своим печеньем? Красненько мне досталось. Печенье же тоже надо есть. Накаталась ты хоть сегодня? Точно? Пей чаек, а то вон щеки красные, замерзло. Надо тебя отогреть немножко. И пойдем еще кататься, да? На трамплинчик? На большую горку? На большую? Где долго ехать надо? Да? Не горячая? Ну, уже понемножку можно пить. По чуть-чуть, как мышка. Я боюсь. Да не бойся. Дай ей трубочку. По чуть-чуть пей. Может, трубочку ей дать? Трубочкой пьешь снизу, там, где горячо. А потом пьешь сверху, там, где прохладно. Кипяток. Ой, у тебя красный чай.
Посмотри. Да, у тебя красный рот. Губы накрашены у меня. Не надо так облизываться, это некрасиво. Вот салфетки лежат. У нас в детском саду такое же висит. Да, ротик вот вытирайте. У всех того не висит. Красный? Губнушка у нее была. Нет, не особенная. Это чай просто такой красный. А все он красный из-за того, что у него... Вот это красный. Чего будет? Крики опять от бабушки. Какие? Обычные ротики. Потому что ребенок замерз. Щеки красные, ноги холодные, мокрые. Да? Надо погреть ребенка. Так что бабушка кричать не будет. Ты чай пей, а не ешь печенье. Не горячий? Нормально? Чай.